Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Михаил Вадимович. Приветствуем вас в Центре славянских культур Библиотеки иностранной литературы. Приветствуем наших онлайн-зрителей. Сегодня у нас в гостях Михаил Вадимович Дмитриев, профессор исторического факультета МГУ, доктор исторических наук, руководитель Центра украинистики и белорусистики МГУ, ну и вообще очень большой ученый, муж и преподаватель. И уже третий раз он в нашем центре в течение этого года. В этот раз тема нашего разговора – церковные братства в истории Беларуси 15-18 века. Уже в прошлые разы Михаил Вадимович успел нас заинтересовать этим вопросом, поскольку неоднократно в разговоре и о Брестской унии, и в разговоре о развитии Великого княжества Литовского, говорил о том, что церковные братства играли не последнюю роль во всех политических, общественных процессах, происходивших на территории Речи Посполитой, на территории Великого княжества Литовского. Поэтому с большим интересом мы сегодня, Михаил Вадимович, просим вас эту мысль нам развить. Спасибо. Это микрофон? Да, это ваш. Хорошо. Нет, он уже включен, его просто надо взять. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я очень рад здесь выступать в третий раз, действительно. Вообще, мне кажется, библиотека иностранной литературы – это прекрасный пример того, вот, чем может быть настоящее такое учреждение культуры, образования в современном мире, именно тем, как она устроена, тем, что много книг в доступе. Ну и, с другой стороны, конечно, приятно, что вот библиотеке иностранной литературы внимание уделяется и вот нашему миру в широком смысле слова, я говорю, без всякого империалистического акцента. Наш мир – это мир, соответственно, который, в общем-то, ну, по историческому факту объединяет то, что мы сейчас называем Украиной, Белоруссией, значит, Россией, ну и даже, в общем-то, надо сказать, по-честному, и Литву. Этот наш мир, так сказать, включает, кажется, даже Прибалтику, несмотря на то, что не знаю, что скажут про это наши прибалтийские коллеги. Ну и дальше можно продолжать, да? Вот. Ну и, соответственно, как вот Иван уже объявил, наша сегодняшняя тема – это церковные братства, миряне, духовенство в истории Беларуси 16-18 век. Казалось бы, такая узкоакадемическая специальная тема, но я постараюсь показать, и я надеюсь, что это удастся, что за этой узкой темой стоят какие-то большие важные вопросы, которые касаются не только Беларуси, которую мы все видим, не только такое любим и видим, конечно, да, не только вот церковных братств как особого явления в истории культуры, но и каких-то других более важных, еще более важных сюжетов. И, собственно говоря, вот первый пункт, я буду все время следовать своему плану, и первый пункт как раз из анонса выписаны вопросы. Вот чем история христианства в Беларуси отличается от истории христианства в Польше, в Московской Руси, в России и в Западной Европе? Какую роль в истории христианства играли вот эти самые церковные братства? А важно сразу понять, что церковные братства – это не то же самое, что на Западе, в том смысле, что здесь абсолютно центральную роль в ту эпоху, когда церковные братства действительно играли большую роль, в них, внутри церкви, центральную роль играли уже миряне, не духовенство, а миряне, да, мы к этому обратимся. И что вот этот опыт церковных братств позволяет нам увидеть в специфике византийско-православных традициях, пришедших из Белоруссии в средние века? Но надо будет сказать, мне дальше нужно будет постоянно продвигаться дальше по плану, и это немножко сложно, вот если я должен буду каждый раз просить, чтобы продвигаться дальше, да, вот. Ну и, соответственно, дальше еще вопрос, что произошло с ними тогда, когда, значит, утвердилась церковная уния, какое имеет все это значение для нашей исторической памяти? Казалось бы, сюжет такой периферийный, но я вот постараюсь показать, что для нашей исторической памяти, и не только славянской, не только белорусско-русской, так сказать, можно даже употребить это страшное слово, которое кому-то кажется теперь страшным, русский мир, так сказать, имеет большое значение. Вот, если можно дальше, вот я буду останавливаться, просто у меня там будет много таких текстов. Вот. Ну и, соответственно, дальше тут есть небольшая справка литературная, братство. Я просто вначале вынес свои публикации, чтобы было видно, что то, на что я буду опираться, значит, вытекает из моих предшествующих исследований. Ну и дальше короткая библиографическая справка о других работах, это можно быстро пролистнуть. Вот. И перейдем мы уже к сути дела, но прежде чем перейдем к сути дела, второй пункт, вот Великое княжество Литовское. Я просто вначале в нескольких пунктах хотел бы лишний раз напомнить, что такое Великое княжество Литовское, и в чем его специфика, и какую роль в нем занимает Беларусь. В принципе, вы знаете, но всегда полезно, я не знал, какая будет аудитория, насколько широко, это полезно напомнить. И вот хорошо, там как раз три карты, которые у меня есть, вот одну за другой показать, как напоминание, да, тем более, что на одной из этих карт, взятой, правда, насколько, не правда, а просто взятой из атласа исторического белорусского производства, вот хорошо
показано и братство. Ну, вот это напоминание о том, что когда возникла, значит, Речь Посполитая формально, в тот момент, когда была произошла Люблинская уния, 1569 год, она включает в себя, с одной стороны, часть польских земель, потому что королевство Польши — это вовсе не все польские земли этнические, включает в себя огромную часть, значит, Украины, включает в себя еще Белоруссию и этническую Литву, если хотите, да, и внутри вот этой вот конгломерации вот этой зеленой до, значит, ну, до этого момента, когда была провозглашена Люблинская уния, центральное место занимала, можно сказать, Беларусь. Здесь можно следующую карту. Следующая карта у нас будет напоминанием о том, что внутри Беларуси, вот эту карту я дорожу, если можно ее было увеличить, соответственно, вот здесь как раз это конфессиональная жизнь, нет, еще даже дальше можно, это конфессиональная жизнь в XVI веке, напоминание о том, что здесь встретились католицизм, православие, значит, соответственно, протестантизм, но еще часто мы забываем, что здесь прекраснейшим образом встретились еще ислам и иудаизм, да, и язычество, да. Но это просто напоминание о том элементарном факте, что мы имеем дело с территорией, которая традиционно плюралистична с точки зрения конфессионально-культурных традиций. А вот на следующей карте мы увидим хорошее напоминание о том, что, если можно следующую карту, да, что вот здесь, ну, здесь для первой половины 17 века и даже позже, вот характерны здесь крестики, которые обозначают, сколько было церковных братств, про которые мы что-то толком более-менее знаем на территории Беларуси. Да? Ну, и среди них наиболее заметными были, конечно, Виленское братство. Но я вынужден включать Вильно в историю Беларуси, потому что Вильно в то время на 3/4 было населением православным, население Вильно. Поэтому никому не в обиду будет сказано. Я надеюсь, что здесь нет вот таких вот литовцев, которые говорят, не надо у нас грабить наше Вильно, так сказать. Я не говорю о том, что в Каунасе были православные братства. Я говорю, что Вильно было важным центром православной, или, если хотите, белорусской, русской, русско-украинской культуры. Ну вот, а кроме того, Минск, Могилев был очень важен, ну и ряд других братств, да? Ну и вот после этого можно снова вернуться к плану, потому что нас вот будет интересовать, значит, сейчас после того, как я сделаю некоторые комментарии, вот что действительно интересного было в этих братствах. Ну а эти напоминания состоят в том, что, значит, вот это было Великое княжество Литовское, я не буду говорить никаких комментариев по поводу того, какой там был социальный строй, политический строй и так далее. Я только хочу напомнить в этом пункте номер 3, что вот тут все слова, кому-то может показаться это провокационным, литовское, русское, украинское, белорусское, русское, польское, все поставлено в кавычки, я не буду давать комментариев по поводу кавычек, за исключением одного, что, в общем-то, все вот эти этнические категории, они очень с трудом сочетаются с культурными реалиями того времени. Попробуйте в это время отделить литовское от польское, польское от белорусского, белорусское от украинского, и то, и другое от даже русского, ну, я просто это декларирую, да? Ну и, соответственно, есть вот вопрос о том, как это все соотносилось, соотносилось это так, что все перемешивалось. А вот дальше есть важное понятие, которое нам всем надо удержать, что происходило в средние века, ну, особенно, скажем, с 14 века, вот вестернизация этой культуры, ну, православно-восточнославянской, если хотите, обычно мы эту вестернизацию переводим в слово полонизация, что тоже не совсем верно. Для нас главное вестернизация, да? И, соответственно, тогда, когда эта вестернизация идет, нам всегда очень интересно выяснить, а что здесь оставалось от предшествующих византийских православных традиций, а что здесь приходило из западных латинских традиций. И что интересно в этих самых византийских православных традициях, а византийские православные традиции позволяют себя увидеть благодаря тому, что мы имеем, в частности, братство. И вот дальше я напоминаю о том, что в 16 веке, если можно дальше, да, вот был перекресток разных, значит, тенденций, и важные перемены происходили. И вот тут нам для того, чтобы понять, надо понимать, что Речь Посполитая с после 569 года такое особое государство, да, в то время как на Западе развивается, и в России, кстати, развивается то, что можно назвать абсолютизмом, здесь складывается, значит, шляхетская демократия. Шляхетская демократия, на первый взгляд, производит очень позитивные впечатления, а когда мы присмотримся поближе, шляхетская демократия оказывается неконкурентоспособной моделью политического развития в 17-18 веках, а кроме того, шляхетская демократия сочетается, вот я в пункте В это упоминаю, с крепостным правом, она сочетается с тем, что потом, я не говорю, что это плохо, торжествует католицизм контрреформационный, который во многом, конечно, окрашен в средневековые тона, стоит в противовес модерности, как бы, да, значит, дальше есть просто вопрос, когда мы имеем дело с Речью Посполитой, вот там по-прежнему были
два государства, которые постепенно объединялись в одно, или, по крайней мере, с конца XVI века мы уже имеем, значит, одно государство. Очень есть контроверсийный, так сказать, вопрос, а что такое церковная уния в истории Украины, Белоруссии и Польши одновременно, но просто нужно об этом помнить. Ну и вот есть такой общий такой вопрос, который, если бы я бы преподавал бы систематически историю Беларуси, этого региона, иногда я это делаю, я бы ставил вопрос, а вот что за соотношение образовалось между западноевропейским опытом, или просто мы говорим иногда западным опытом, или европейским опытом, и вот опытом Речи Посполитой, да? Но тут опять-таки важно понять, что для нас, вот, ну, для нашей памяти, или для памяти наших вот коллег и наших студентов из Украины и Беларуси, сейчас становится все более и более важно подчеркнуть, что, значит, благодаря Польше, благодаря Речи Посполитой, украинско-белорусские земли стали частью европейского пространства, центральноевропейского или центрально-восточноевропейского, или просто европейского. А что отличает украинско-белорусские земли от, собственно, западноевропейского опыта, который нам явлен на примере, например, Франции, Англии, большей части Германии, там Италии и так далее, и так далее. Если можно, дальше мы продвинемся опять. Вот. Ну и, соответственно, сделав эти все вот примечания, я еще раз напоминаю об Брестской унии, дальше не буду говорить, но тут есть такое выражение «гневы унию». Да? По-моему, один из польских историков вот в 30-е годы, по-моему, Конопчинский, например, кто-то еще, написал книгу «Гневы о унио», которая была посвящена тому, как дворянство Великого княжества Литовского, особенно, конечно, не дворянство, скорее, а магнаты Великого княжества Литовского, были недовольны унией. А потом вот наш, к сожалению, покойный коллега Генрих Люлевич, с которым мы довольно хорошо были знакомы, написал такую книгу «Гневов о унио чонг дальше», да? А, значит, о том, как вот он на новом этапе, на для 80-х годов, показал, как продолжалось недовольство, значит, унии со стороны, ну, политического класса Великого княжества Литовского, да, и за этим стоит вопрос, а что, собственно говоря, представляет собой вот Великое княжество Литовское после 569 года внутри Речи Посполитой. Тут я напоминаю то, что не сказал тогда, когда произошла Люблинская уния, украинские земли перешли в состав польской короны. Конечно, государство в целом было единое, хотя и дуальное, но украинские земли оказались теперь в составе польской короны. А Великое княжество Литовского с этого времени институционально, по праву, по управлению обнимает, соответственно, ну, этническую Литву, как мы говорим, и белорусские земли. Ну и дальше я вот считаю возможным поставить, и тут нет ничего моего ни нарочитого, ни даже оригинального, а была ли Речь Посполитой империи. И даже хуже того, не была ли Речь Посполитой колониальной империи. Да? Но в нашей историографии есть, по крайней мере, значит, некоторые такие на русском языке доступные дебаты по этому поводу между, значит, с Пролюком и Портновым, насколько я помню, в «Об империи» опубликованной, была ли Речь Посполитой империи или нет. А кроме того, сейчас появился целый ряд польскоязычных и на других языках публикаций, значит, о том, не было ли, не имеем ли мы дела с колониализмом по-польски. В данном случае, опять-таки, не хочу никуда бросать никакие камни и так далее. Прошу просто понять, что есть проблема, да, вот как в Речи Посполитой соотносятся разные культуры. Можно ли здесь сказать, что одна культура или один народ погнетает другой, что есть центры периферии, что есть колониальный синдром там и так далее, и так далее. Только ставим как вопрос. А дальше я напоминаю о том, что, значит, Речь Посполитая более-менее благополучно существует до 1648 года, до восстания Богдана Хмельницкого. А когда начинается восстание Богдана Хмельницкого, Речь Посполитая оказывается в тяжелейшем кризисе. Да? Против нее войной выступает, соответственно, значит, Швеция, ну, казаки, соответственно. Казаков сначала не хочет поддерживать, а потом поддерживает Московская Русь. В эти дела вмешивается Венгрия, Ракоцы, в эти дела вмешивается Бранденбург, в эти дела вмешиваются постоянно, значит, и крымский хан, и турецкий султан, если хотите, османский султан. То есть Речь Посполитая находится на грани, в общем-то, политического краха в конце 50-х годов 16 века, 17 века. И тут мы имеем дело уже с чем-то, что касается нашего сегодняшнего узкого сюжета. Дело в том, что понять этот кризис середины 17 века, который имел громадные последствия для истории всей Восточной Европы, всей Европы, истории России тоже, да, невозможно, если не берем во внимание религиозный аспект дела. Во многом, значит, война Хмельницкого и казаков против Польши начиналась и продолжалась как религиозная война. Я сейчас не буду развивать это. Кстати, это можно когда-то сделать темой отдельной лекции, да, отдельного выступления. Вот, я сейчас не буду развивать аргумент в пользу того, что нам ничто не мешает рассматривать, значит, события 1648-1667 годов, то есть Дан-Русского перемирия, как, в общем-то, вещь вполне аналогичную, или во многом аналогичную французским религиозным войнам,
Италии, нидерландскому восстанию под кальвинистскими знаменами или 30-летней войне в Германии. Это я говорю только в том смысле, что мы должны понять, в этом кризисе роль религиозных факторов, а они выражались в том, что разразился очень острый конфликт между православным населением и католическими властями, Речи Посполитой, играл громадную роль. Да? И мы сейчас вот подумаем о том, какую роль уже, какое место, вернее, в этих процессах имели и братство. Ну и вот после этого, тоже можно продолжить, после этого, значит, кризиса середины 17 века начинается, ну, и политический, и институциональный, и, к сожалению, даже культурный, не говоря уже о социальном, ну, кризис Речи Посполитой, упадок даже Речи Посполитой. Хотя, разумеется, тут будут разные голоса говорить, что на самом деле при во времена, скажем, Яна Собеского все было не так плохо, и даже во времена, значит, Августа II Моцнего или Сильного то все было не так плохо, как обычно считается. Но, в принципе, в общем-то, ну, общая картина такова, что вряд ли можно было бы не признать, что Речь Посполитая, значит, оказывается в кризисе и упадке в это время. Все это кончается, в конце концов, установлением протектората России во времена Петра I после Северной войны над Польшей, ну, реального протектората, а потом разделами Речи Посполитой в 1772, 1793, 1795 годами. Да? Это не значит, что, конечно, одно механически выводится из другого, но вопрос, который для нашей исторической памяти существен, а какую роль вот в этих всех трансформациях Речи Посполитой и в том, что она постепенно уходила на периферию политической жизни Европы и культурной отчасти тоже, да, сыграли вот эти религиозные факторы, которые, в свою очередь, кажется, значительную роль, значительный вклад несли в кризис середины 17 века. Ну, то есть мы выстраиваем такую, конечно, очень гипотетическую, схематическую такую линию, да. Есть религиозный кризис, который предшествует восстанию 48-го года. Есть, как бы, кульминация этого религиозного кризиса, его невероятное обострение с невероятной жестокостью с двух сторон под религиозными знаменами, значит, в середине 17 века. Есть кризис, который наслаивается для Речи Посполитой на вот этот кризис, и есть потом, значит, постепенное нисходящее, по крайней мере, в развитии, значит, политической мощи или политического значения Речи Посполитой. И отсюда мы возвращаемся к братствам церковным, да, и, соответственно, вот мы сейчас посмотрим через призму такого узкоспециального сюжета, как вот эти частные вещи, в том числе братство, связаны с религиозными процессами, с религиозно-общественными процессами предшествующего периода. Ну, значит, я напоминаю с того, что церковные братства – это на самом деле понятие такое очень неопределенное. Вот объединение мирян, которые помогали духовенству так или иначе, или которые отвечали за содержание церквей, или которые вмешивались в управление церквами, они существовали в восточно-христианской традиции, в восточно-славянской традиции, еще соседних веков. Больше всего всего вот это вот мирянское участие, значит, в церковных делах выражалось, ну, в раннее зрелое средневековье, в том, что было так называемое право патроната, то есть светские патроны создавали монастыри, создавали церкви, иногда ставили священников в приходы, наблюдалась конкуренция между, соответственно, епископами, аббатами с одной стороны, игуменами с одной стороны и светскими патронами, были ктиторы у монастырей, которые продолжали вмешиваться в церковь, но это все еще не то, что мы наблюдаем в конце 16 век. И я сейчас не буду давать комментарий по поводу того, что все это уже тогда имеет некие отличия от западноевропейского опыта. Да? В общем, вот если можно дальше, опять-таки, да, значит, мы с вами можем констатировать, да, вот можно здесь знать, что вот эти братства, вернее, миряне, которые участвуют в делах приходов, иногда даже в делах монастырей, да, или патроны светские, которые вмешиваются в дела церкви или участвуют в делах церкви, это все существовало до конца 16 века, но вот этими братствами, которые нас иногда так вот фасцинуют, как поляки говорят, производят на нас такое сильное впечатление, надо называть те братства, и дальше в случае я опираюсь на мнение авторитетного Ярослава Дмитриевича Исаевича, замечательного украинского историка, с которым мы, так сказать, были очень близки и дружны, ну, как близки, так сказать, через границу, конечно, российско-украинскую, да, вот, он правильно, на мой взгляд, совершенно констатирует, что братствами в соответствии с терминологией самих источников целесообразно называть те организации, которые распространились в Западной Украине в 80-е и 90-е годы 16 века. Но единственное, что я бы здесь поправил бы, не в Западной Украине, а вот первый толчок был дан действительно в Западной Украине через Львовское братство, а потом к этому подключились другие объединения мирян на территории, значит, Белоруссии в том числе. Следующим по значению было, значит, включение в это движение Виленского братства, а потом еще другие, значит, объединения мирян такого же типа на собственно украинской территории, на Волыне, значит, на Перемышльской земле, которая не Западная Украина, ну, так сказать, всегда спорно, можно, да, на собственно Белоруссии.
русской территории и так далее. И вот тут возникают две проблемы перед нами. А вот тогда, когда появились эти братства, какое место миряне занимают вот здесь, в это время, в православной церкви украинско-белорусских земель, на белорусских земель, по сравнению с тем, что мы видим как место мирян в католической церкви этого времени. Я тут снова вот вернулся к тому, что я упоминал, вот к титерству и так далее. Это было до этого, да? А тут вот есть такой пункт в моем плане, если он был бы крупнее. А вот просто напоминаю такой вещи, что мы со школьных времен знаем, что был великий папа Григорий VII Гильдебранд, да? Что он, как известно, заставил, значит, Генриха IV якобы стоять там три дня по колено в снегу, когда Генрих IV должен был, значит, каяться за свои претензии. Потом он все равно был изгнан, проиграл, но как бы то ни сложилась, значит, судьба самого Григория VII, с ним мы связываем понятие григорианских реформ. Эти григорианские реформы связаны с так называемым спором об инвеституре, спорим одновременно о том, кто главнее, так сказать, на Западе, папа или император. Но самое главное, на самом деле, с исторической точки зрения нет, а с точки зрения то, что вот благодаря григорианским реформам церковь на Западе эмансипировалась от этой светской, вот патронатской вот этой, так сказать, шапки, да, и, значит, епископы теперь свободно распоряжались и церковными владениями, и, собственно, всей церковной жизнью обращались, а во главе всего этого стоял папа, который уже никак не зависел от императора, и более того, папа теперь претендовал на то, что он управляет всем христианским миром. То есть самое главное здесь в том, что, значит, благодаря григорианским реформам духовенство эмансипировалось, и духовенство, и церковь католическая, латинская вместе с этим стали, ну, в каком-то смысле ведущей силой в такой в каждодневной жизни средневекового латинского Запада, да? А если мы возвращаемся обратно в наши восточнославянские пределы, до этого в Византию, там ничего подобного этим григорианским реформам не произошло, да? Вот на Западе до григорианских реформ можно было сказать, ситуация была подобна тому, что было на Востоке, да, то есть патроны, значит, имели огромное значение, и епископы были зависимы, и монастыри, так сказать, зависели от ктиторов, там и так далее. А потом все переменилось. А здесь, вот, упрощенно говоря, такого явления, как вот эта григорианская реформа, не произошла, да. И, соответственно, в средние века зрелые, с XI века, в XII-XIII веках и дальше, западная церковь вступает как церковь такая клерикальная, в том смысле, что в церкви действительно центральную, главную роль играет именно духовенство, а не светские элементы. Да? Ну, а потом, соответственно, наступает время уже вот нас интересующее, значит, с одной стороны, протестантской реформации, с другой стороны, католической реформы. И если мы берем католическую реформу, эпоху, так называемую, ну, не так, Тридентского собора, эпоху перестройки католицизма западного, в том числе на польских землях, мы видим, что тут именно клерикальная модель церкви, если хотите, церковная монархичность, да, но церковная монархичность, она еще более усиливается, да. И это очень важно для того, чтобы понять, насколько острым будет конфликт между тем, как в это время выглядит роль мирян в церкви украинской, белорусской, ну, киевской митрополии, и тем, как эволюционирует дальше их роль. И вот тут я перехожу, соответственно, к пункту номер 8. И он, кстати, а что происходит с братствами в украинской и белорусских землях? Вот то самое время, о котором Ярослав Дмитриевич Исаевич говорил, что это вот то время, когда начались, собственно, братства. И вот тут мы, как и полагается, в общем-то, в исследовательском, да, обиходе, вот на какой-то факт отдельный или на характерное явление взглянем, и через него постараемся увидеть что-то намного более широкое. Я сейчас не буду говорить о всяких вот переменах, которые происходили в первой половине 16 века в попытках реформирования митрополии киевской, что происходило в 60-е и 70-е годы 16 века, когда очень активно включились миряне в церковную жизнь, потому что они были разбужены и собственными потребностями, и разбужены были, с другой стороны, давлением протестантизма. Отчасти они были разбужены, об этом очень часто забывают, эмиграции вольнодумцев, как их мы называем, и вообще каких-то еще духовных лиц, духовенства из Московской Руси и так далее. Так иначе, вот в этом контексте, после того, как миряне включились в решение религиозных вопросов, ну вот в какой-то момент на украинских землях появляется антиохийский патриарх Иоаким, который, кстати, по-славянски, так сказать, ну, по-украински, белорусски, по-русски не говорил. Да? И ему, значит, братчики Львова дают на подпись грамоту, которую, в принципе, он, видимо,
видимо, не мог понять, если хотел, непонятно, он ее переводили, ему не переводили, да? И вот эта грамота, значит, она, с одной стороны, определяет сначала правила вступления в братство, основные задачи братской деятельности. Братство должны развивать благочестие, они должны помогать священникам, они должны помогать епископам, они должны заботиться о школе, они должны заботиться о книгопечатании или вообще распространении грамотности, они должны заботиться о совместной такой жизни, в смысле поддержания, так сказать, христианского духа и так далее. Но интереснее дальше вот то, что происходит во второй части этой грамоты или устава Львовского братства, которое было дано Иоакиму. Да? И вот тут я должен буду что-то зачитывать. Да? Он от имени собора патриархов, да, дает моц всему братству церковному обличать и противную закону Христову и всякое обличение в церкви отлучать. То есть братство, миряне, а братство это именно миряне, в зависимости от которых находят братские священники, они должны, значит, теперь имеют право обличать все, что противно закону Христову, и отлучать от церкви безобразие, да? И дальше мы смотрим на то, что, собственно, за бесчинение они могли теперь обличать. Если можно, вот дальше, да? Значит, епископ и протопоп должны были отказывать не благословлять того, кого братство отлучит от церкви через своего братского священника. Братский священник находится в подчинении у мирян, миряне говорят священнику: пожалуйста, отлучи вот этого, и епископ должен, согласно постановлению собора патриархов, представленного Иоакимом, вот отлучить этого человека от церкви. Пункт 28. Братство получало право упоминать словом или писанием об ссылате живущих не по закону, или мирских, или духовных, будь то протопоп, или поп, или диакон, или один из... То есть они имеют право теперь обличать духовенство местное, да, и писать по этому поводу, ну, не хочу сказать доносы, но писать по этому поводу письма, да, и, соответственно, они должны стремиться к контролировать и духовенство, и миряна, а тех, кто оказал бы сопротивление этому контролю, они должны доносить епископу, да? И все, значит, отныне, все вот православные церкви города Львова и другие братства, которые в это время уже или существовали, или будут дальше развиваться, будут подчиняться в этом деле своему центру, Львовскому братству, да? Значит, дальше. То же самое, значит, меняется в обязанность другим городским братствам. Да? Под особым наблюдением должны находиться священники, если они посещают корчмы, или если они дают деньги в рост, или они блудники, или двоеженцы. Но двоеженцы – это не в нашем смысле слова. Двоеженцами тогда называли, значит, овдовевшего священника, который, согласно канонам, не имел права служить, да? И не имел права, значит, вот, жениться во второй раз, они, тем не менее, женились и даже служили. Вот двоеженцы в этом смысле слова. Да? Если они обращаются к ворожиям, следовало доносить епископу, подтверждая обвинение свидетельствами двух человек христианских, то есть двух других православных. Да? Другие братства должны были повиноваться Львовскому братству. И дальше. Епископ лишался права самостоятельно судить провинившихся братчиков. Да? И более того, братство получало право открытого неповиновения недостойному епископу. Я даже поставил два восклицательных знака, и дальше вот цитату выделяю красным цветом. Ну, вдумайтесь в эту цитату. Да? Что говорится в этом уставе Львовского братства 1 января 86-го? «Аще епископ сопротивится закону истине». Истине, да, хотя есть двоен, это он сопротивляется закону и истине, правде, да? Ну, некий норм. «И не по правилам святых апостолов, святых отец строящий церковь, то есть руководит, да, развращающий праведных в неправду, то есть он неправильно ведет за собой папство. Кто об этом решает? Кто должен решать быть? Братство будет решать, да? Подкрепляющий руки беззаконникам, он поддерживает руки тех, кто нехорошо, так сказать, живет. Таковому епископу сопротивитесь всем, яко врагу истины. Такому епископу, говорит, все должны сопротивляться, как человеку, который противостоит правде, противостоит истине, противостоит должным христианским нормам, понимаете? А епископ со своей стороны лишался права неповиновения братства, я не буду здесь давать дальнейшие цитаты и так далее, мелкие, так сказать, да? А вот всякие же из верующих, начиная с архиепископа и кончая простым причетником мирянина, кто бы решался сопротивляться диктату братства, должен был подвергнуться неблагословению братства и всех патриархов, не благословить, тут это личность, да? А кто бы тому противен, значит, они, те, кто сопротивляются, епископ в том числе, да, они подвергаются неблагословению патриархов, которые осуществляют Львовское братство, понимаете?
Ну, то есть, понимаете, мы дело имеем с текстом, в общем-то, удивительными, с нормами удивительными, да? Ну, это, конечно, недавно замечено, это вещь такая яркая, но надо сказать, что вот до сих пор, в общем-то, историография, на мой взгляд, по-настоящему с этим не справилась. Я следил внимательно за состоянием, так сказать, международной, разумеется, украинской и белорусской историографии, ну, по крайней мере, до там начала 2000-х годов, что было за последние 20 лет, я уже, конечно, не так внимательно служу, но пока вот это, по большому счету, никто не объяснил. Мы тоже объяснять не будем. Мы просто говорим, что констатация должна быть сделана, да? Миряне, представленные в братстве, такое политбюро, так сказать, да, Львовское братство, да? Они должны управлять вот всей церковью, подчинять себе епископу, епископ не имеет права им сопротивляться, да? Не говоря уже обо всех остальных делах. Ну а дальше уже вот 15 января, значит, Иоаким обращается с окружным посланием православным Речи Посполитой с просьбой оказывать помощь Львовскому братству, да, оно должно развернуть деятельность, создание школ, типографии, шпиталя, то есть, ну, госпиталя, больницы, строить новую церковь, церковь святого Юрия Георгия. В 87 году Константинопольский патриарх Иеремий, которого много раз смещали, возвращали на Константинопольский патриарший престол, значит, специальное послание в очень резких выражениях запретил Гидеону Балабану. А Гидеон Балабан кто? Это или епископ Львовский? А Львовская епархия в это время вторая по многочисленности после Перемышльской. Да? Он запрещает ему в чем бы то ни было противодействовать братству. В 588 году, значит, аналогичный устав, это мы возвращаемся в Белоруссию, представлен митрополиту Анисифору Девочке и Миленскому братству. Он утвержден как устав при посещении, значит, патриархом Иеремии Вильна в 1588 году. Да, в 1888 году Иеремия уже от своего имени подтверждает устав, данный Иоакиму, да, а в 93-м году, это в каком-то смысле, так сказать, апогей всего, в 93-м году, значит, Львовское братство получает право ставропигии, то есть оно не подчиняется теперь не только даже епископу Львовскому, оно не подчиняется митрополиту Киевскому. Оно теперь подчиняется напрямую Константинопольскому патриарху. Да? Ну и кроме того, значит, по образцу устава Львовского и Виленского братства создаются уставы других православных братств Речи Посполитой. Я их перечитаю, в том числе в украинской и белорусской территории. Конечно, я тут немножко, так сказать, лукавлю в том смысле, что я бы должен был, но я этого не сделал, это не входило все время в мои исследовательские задачи, вот проследить, насколько эти вот такие революционные, скандальные такие нормы сохранялись в этих уставах. Пока никто не сделал. Я предлагал вот одной своей ученице, как раз Светлане Станиславовне Лукашовой, так сказать, внимательно с этим разобраться, но она все-таки слишком далеко во внимательном изучении всех этих норм, так сказать, не пошла, да, потому что, конечно, то, что мы видим в 86-м году, это слишком революционно, да. Ну и, соответственно, перед нами дальше возникает вопрос, а как это все понимать, как это все квалифицировать. И если бы я сейчас читал бы такое именно учебное занятие, я бы сказал, что надо различать нам два понятия, понимать и квалифицировать, да. Вот понимать, мы сейчас попробуем понять, откуда это взялось, как это возможно, так сказать, как это функционировало, а квалифицировать это уже найти, значит, какое-то особую такую, как особую черту, идентитарную черту в этом явлении. Ну и вы, конечно, можете заранее предположить, что, в общем, самое соблазнительное и обычно распространенное объяснение этому всему состоит в следующем. Православные, мол, братчики были тем же самым, что западные протестанты. Да? Они миряне, они решили взять власть в свои руки, они решили отодвинуть, значит, священников, и они решили, епископов, и вот они, значит, продвинули вот вперед такое как бы протестантское дело. Да? И вот сейчас для того, чтобы к этому присмотреться, мы переходим к пункту 9 для того, чтобы и увидеть, вот, значит, как вот можно увидеть, ну, идеологию. Я не люблю здесь слово идеология, а вот представление братчиков о том, что, собственно говоря, они делают. Да? Для того, чтобы это сделать, я вот беру послание в мае 86 года, то есть через 5 месяцев после того, как они получили устав, к Константинопольскому патриарху Феолипту. Да? И в этом послании братство объявляло своей целью хранением убежать от злых безместного действия, ревности. В общем, и там глаголите или писать кое иереям, как епископам, тлящим заповеди Божьи, святых апостолов, святых преданий, стада Христова погубляющего. Они, вернее, спрашивают Феолипта, можем ли мы вот сейчас наблюдать за тем, как епископы соблюдают заповеди Христовы, да? Но это вопрос все-таки давно во многом риторическим. Дальше они ставят под сомнение необходимость повиновения епископам. Пагуба как бы избегнуть, подобает как повиноваться, если епископ противиться благочестию. То есть, говорит, дай нам еще раз подтверждение того, что мы так должны действовать. Да? Дальше, значит, он говорит, они говорят о том, что, значит, хорошо бы, чтобы Феолипт подтвердил бы их право самостоятельно искать
истину в церковных книгах и толковать традицию, как и подобает мирянам мудрствовать и о сих, в данном случае имеется в виду патристической традиции, аще увидят иереев, епископов, тлителей, святотатцев, христопродавцев. Вот если они увидят, соответственно, это чуть дальше будет насчет книг, если они увидят, что вот епископы, значит, вот нехорошо себя ведут, что они, значит, тлители, святотатцы, христопродавцы, богокорчевники, хулящие, возбраняющие учения, проклинающие учения, бесчинные, ненавидящие учения, оправдывающие, глаголящие. И в частности, это очень любопытный мотив, они говорят, а как быть нам с теми епископами, которые говорят, что от, так сказать, от это, как, большого добра, от большой учености не будет. Да? Да? Соответственно, ну, это действительно было и в московской такая фраза распространена, что слишком внимательное знание книг священных и Библии, в том числе, ну и на Западе было, может вообще свести человека с ума. Да? И вообще не нужно слишком погружаться в знание, так сказать, священного писания и традиций. Ну и дальше, соответственно, они говорят о том, что нам надо вот получить ваше мнение о том, значит, вот как мы можем заботиться о благочестии, да, если священники не по достоинству без смирения причащают и без совершенного патриарха епископа на сие подводят, то есть если кто-то подходит к причастию, да, а священник не принял у него до этого исповеди, да, а священник вообще сделал это небрежно, а священник не организовал вокруг таинства причастия, таинства Евхаристии всю церковную жизнь, вот как с этим быть, и имеем ли мы, миряне, право этим заниматься? Но обратите внимание, речь идет о том, что миряне говорят, мы сейчас будем контролировать, мы хотим контролировать то, как совершается главное таинство в христианской церкви, таинство Евхаристии. Значит, они вот требуют этого, значит, оно готово взять на себя ответственность за выявление недостойных священников, подобает священников общепочитать или благих в честь иметь и так далее, а отвращаться от пьяниц, блудников, движенцев, волшебников и так далее, то есть тех, кто верит в магию, да, вот, и нужно ли, значит, возвещать об этом епископу, а епископ, если этим не брежет, то подобает, что нам делать, если епископ не хочет этим заниматься, да. Они, значит, готовы взять под контроль и религиозную, в каком смысле частную жизнь прихожан, значит, ну, я не буду тоже цитировать, но там есть очень интересные дальше вещи, мы сейчас пробежим, когда они говорят о том, что, вы знаете, у нас есть всякие нехорошие обычаи, да, там на Пасху, например, едят свинину, там, или на Пасху приходят, как у нас, вот сейчас это будет тоже, вот приходят на, значит, могилы и, ну, происходит что-то такое, что с их точки зрения является скорее язычеством, да. И вот особенно я обращаюсь внимание на то, что, значит, в том же послании, да, какие у них были религиозные, в том же послании говорится, аще подобает христианам, мирянам, ремесленникам, то есть подобает ли мирянам, ремесленникам города Львова, да, в одни праздничные, по обычных молитвах, по святой литургии, сошедшиеся друг с другом, почитайте святые книги Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста и прочих святых по апостольских святых отец правил. То есть подобает ли нам собраться и вот после, соответственно, совершения литургии вместе читать святоотеческие тексты. Да? И, соответственно, подобает ли мирянам, получающим святых писаний, друг другу глаголать и писать о добрых делах, благочестно подвязающихся. То есть не священники, а мы, говорит, просим подтвердить или твое мнение дать о том, что вот мы будем толковать предание, толковать святоотеческую традицию и объяснять это другим. Да? Ну а дальше вот как раз вот спрашиваю патриарха, как подобает день Пасхи, воскресенье, просить церковь хлеб и свиные яйца, яйца и хрен и так далее. То, что, ну, это мы хорошо знаем по обиходу нынешней православной церкви, в католической церкви этого нет. Да? Но это вообще симпатично. Но самое главное – куличи, так сказать. Я всегда очень, ну, с большой такой трепетности, с любовью даже на это смотрю, да, вот освящение куличей, ну и более-менее, значит, приношение, значит, в церкви другой, вот, ну, как сказать, еды, которая освящается, да. Вот, ну и вот прежние Пасхи посвящать и так далее, вот, и, значит, нужно ли это изгонять из церкви или нет, это сравнение с греками, ну, то есть во все эти детали можно дальше входить, если можно немножко дальше, да. Вот, и дальше тут где-то вот есть насчет вот, значит, того, что на могилах происходит, да. Ну и, понимаете, вот в данном случае это интересно не только своими деталями, они, конечно, живописные, можно увидеть просто, как эти львовские миряне, прихожане ходят, вот празднуют Пасху, ходят на могилы, а важно это в том смысле, любопытно в том смысле, что миряне говорят, мы сейчас будем заниматься вот реформированием и углублением благочестия в нашей приходской жизни, в частности, изгнанием мы, миряне, из этой приходской жизни того, что мы считаем язычеством. Да?
Ну и дальше, значит, тогда, когда вот, да, дальше я беру другие какие-то тексты. Ну, в данном случае был когда-то, я сейчас его пропущу для того, чтобы время, так сказать, сэкономить. Вот разные братства есть, разные, значит, есть документы, которые уже давно были опубликованы. Наверняка еще что-то находится, и, может быть, за последние 20 лет найден. Но я вот когда-то обратился, соответственно, вот в уставу Львовского братства, Луцкого братства, а равным образом к тому, что вот к уставу этого Луцкого братства был присовокуплен такой текст, который в издании Киевской, значит, археографической комиссии для разбора древних актов ППК, да, значит, она была названа «Советование о благочестии». А если вы берете, как я взял оригинал, который хранится в архиве, в Киевском государственном историческом архиве, то вам обнаруживается, что текст там не «Советование о благочестии», а «Сетование о благочестии». Да? Я так и не выяснил в итоге, те, кто опубликовал этот документ в киевском издании, что взяли другую просто версию, более позднюю, но там было «Сетование о благочестии». И вот если бы мы читали бы это «Сетование о благочестии» 1621 года, то мы бы обнаружили приблизительно то же самое, что мы видим во Львовском братстве в 1586 году. И я сейчас, соответственно, перескакивая, тут вот уже одновременно, как бы, так сказать, признаюсь в том, что я внимательно эти тексты уже не читал, с самого конца, значит, 16 века, первой половины 17 веков, но из той литературы старой, да и новой, которая есть, мы видим, что вот эти вот тенденции, они продолжали существовать в украинско-белорусских, белорусских, белорусско-украинских братствах на протяжении всего конца, значит, 16 века и первой половины 17 веков. И вот дальше я привожу тут примеры того, как на это смотрят представители духовенства в это время. В частности, один из тех, кто был вот архитектором, как его назвал один французский историк, Брестской унии, Ипатий Потей, значит, епископ Владимирский. Да? И вот он, например, вот тогда, когда, значит, вот в 96-м году, как раз тогда, когда подготавливался Брестский собор, обвиняет братчиков Брестского братства, то есть мы на белорусских территориях, в игнорировании церковных служб, в устроении тайным еретическим способом молитвенных собраний в своих домах и посещении еретических божниц. Да? Позднее, в 1599 или 98 году, когда он написал «Антиризис», да, он утверждал, что некоторые из этих братчиков называют храмы болвохвальцами, значит, называют тех, кто посещает храмы болвохвальцами, то есть идолопоклонниками. Церкви они называют вертепами, которые не следует посещать. А один шефчик, да, ну, то есть, как сказать, портной, да, из того же неизбожного своевольного братства, однако, якобы во время религиозного спора заявил о себе как о предтече, а своего, значит, собеседника назвал Христом истинным, да, и, значит, тот, кто ему противостоял, не стерпел такого кощунства и ударил собеседника сапогом по лицу. Ну, нам это кажется странным довольно, но на самом деле, когда мы берем сведения этого времени о том, какого рода религиозные споры шли и, значит, в Московской Руси даже, да, и в украинско-белорусских пределах, и в Польше, и, значит, на Западе, вот ничего такого удивительного в таком споре. И даже в том, что кто-то уподобляет себя предтече, а другой может даже уподобить себя, как ни странно, Иисус Христос Спаситель, ничего уж абсолютно невозможного в этом нет. Но я сейчас не буду говорить, какие были бы аргументы в пользу этого. И в частности, тогда, когда он не мог, вот Потип писал, что я никак не могу примириться с тем, что, значит, братчики читают проповеди, и вот в этом же сочинении писал, что, будучи светскими людьми и покинувши некоторые шилы и дратву, то есть вот как раз вот эту острую иглу и, соответственно, эти нитки, которые позволяют точать сапоги там или что-то такое, да, ремесло свое властное, то есть свое собственное ремесло, слово Божие, не будучи на то послание, проповедали, да? Ну и дальше нужно другие вот привести такие же отклики. Ну, я тут люблю приводить тот отклик, который был дан, значит, Кассианом Саковичем. Одно время он был православным человеком и как раз проповедником Люблинского православного братства. А в Люблине на нынешней польской территории было очень сильно православие в это время еще. Да, и вот он потом, когда уже перешел в унию, говорил о том, что я скандализирован тем, что я вижу в православных братствах, в православной церкви, что они управляются контрнатуром, противоестественным образом, да, не на духовенство руководит народом, а напротив народ духовенства. Non clerus populum, sed populus clerum dirigit. Да? Он очень хорошую формулу дал для того, чтобы передать суть того, что происходило в братствах. Ну и дальше некоторые другие я там даю вещи. Ну, в частности, есть такой очень важный для Белоруссии, для Украины, для всей восточнославянской культуры персонаж, как Милетий Смотрицкий, который огромную роль сыграл сначала в подъем
значит, в продвижение образованности и в полемику против унии, вот, а потом заколебавшись и, значит, думая о том, как же выводить церковь из кризиса, предпринял путешествие в Константинополь. В Константинополе познакомился с патриархом Кириллом Лукарисом, совершенно особым таким персонажем, понял, что со стороны Константинополя никакой, значит, помощи не придет. Вот, и в частности, тогда, когда он вернулся из Константинополя, его одной из задач во время поездок было получить грамоту патриарха, который осуждал его братство, да, и он приехал с этой грамотой, осуждающей братство, хотя не это было, конечно, главной его заботой. То есть я в данном случае хочу сказать, что между братствами, вот этими мирянами, да, которые, значит, говорят, что мы заботимся о церковном благочестии, о реформе церкви, и духовенством возникал и продолжался конфликт. И он на самом деле продолжается, но тут я уже не вторгаюсь в область, которую я специально не исследовал, вот на протяжении всей первой половины 17 века, да, вплоть до там 1648 года. И с ним надо было как-то справляться, православному духовенству, и сложно было справляться, потому что братства одновременно были важнейшим союзником со стороны для этого православного духовенства, и потом для казаков в борьбе против унии, в сохранении православных традиций. Потом все меняется в условиях кризиса 1648 и последующих годов. Да? Ну и, соответственно, вот дальше в случае, значит, в 10-м пункте я бы сказал о том, что постепенно православному духовенству, и особенно, конечно, вот новому поколению православного духовенства в главе с митрополитом киевским Петром Могилой удается навести порядок и внутри этой православной митрополии киевской, ну а еще, конечно, однозначнее складывается судьба братств, тогда, когда речь идет о греко-католической будущей церкви, ее называли греко-католической только с конца 18 века, или униатской церкви, то есть тех, значит, приходов, монастырей, епархий, которые перешли под контроль Рима, вот там все встает на свои места. Униатское духовенство наводит порядок в отношениях братства такой, какой положено навести в католической церкви. И вот заключая эту всю линию, значит, мы вот констатируем наличие этого вопроса. Вот было ли это все протестантизмом, да, было ли это все реформацией на православной почве, да? И вот я тут могу аргументы привести за и против. За аргумент состоит в том, что они критикуют беспорядки, они требуют права для себя, значит, контролировать и богослужение, и контролировать епископов, и распоряжаться церковными имуществами. Они в каком-то смысле выступают с тех же позиций, с каких выступает протестантизм, когда говорится, что есть всеобщее священство, да, что священными персонажами, ну, то есть дар, так сказать, как харизму или прерогативу священства, прерогативу священника в христианской общине исполняет не только, соответственно, духовное лицо, но исполняет и миряне. Да, это вот знаменитый тезис о всеобщем священстве, который развивался Лютером, а потом, соответственно, протестантизмом. Да? Но дело в том, что вот тогда, когда вот они это говорили, из того обращение к Феолипту, которым я цитировал, это тоже видно, они совершенно не мыслили себя как людьми, разрывающими с православной традицией. Лютеране-то говорили, мы разрываем с католической папистской традицией, да? Мы теперь говорим, что не вы, священники, так сказать, вот, имеете доступ к Богу непосредственно, а мы имеем так же, как вы. А здесь-то ничего такого нет, да? Они не понимают это как разрывы с традицией. И отсюда, ну и дальше другие вопросы возникают. В конце концов, они сохраняют функцию священника в своих общинах, да? Литургии может совершать только священник, они сами литургии не совершают, да? Другие таинства совершают только священник, они это контролируют, да? Ну и дальше можно взять другие параметры, по которым, значит, здесь это не похоже на реформацию. А кроме того, понимаете, мы тут должны брать во внимание специфику православных традиций. Православные традиции унаследованы от Византии, говорят, а почему миряне не имеют права толковать священное писание, толковать предание? Имеют право. А почему миряне не имеют права участвовать в руководстве приходами? Имеют право. А почему миряне должны чувствовать себя вот на втором ряду, так сказать, ну, конечно, здесь упрощенно, можно говорить, в православной традиции, византийской православной, никогда не было такой идеи, а может быть, когда-то была, а может, потом не было, я не знаю, точно, вот что миряне не имеют права причащаться по двумя видами, а в католической церкви когда-то это возникло, да? Они так же, как духовенство, причащаются по двумя видам. Ну, то есть я тут хотел бы просто сказать, что вот само понимание традиции здесь таково,
что вот это соотношение ролей между духовенством и мирянами выглядит не так, как выглядит на Западе. Хотя, конечно, тут формулировки должны быть более аккуратными. Поэтому я, например, в своих публикациях и вот сегодня предлагаю взглядеть на это не как на проявление вот протестантизма на православной почте, хотя когда вот я писал свою, ну, вернее, первую диссертацию кандидатскую, которая была посвящена проникновению протестантизма в православное Содружество Речи Посполитой, я как раз склонен тогда был это понимать именно как вот протестантские тенденции внутри православной жизни. Сейчас я, мне кажется, что более адекватным понимать это было бы как так называемую православную конфессионализацию. Что такое православная конфессионализация? Это проецирование и не механическое, не случайное на вот эти православные реалии Восточной Европы, значит, вопроса, который стоит и применительно к протестантизму, и применительно к католицизму этой поры, а именно – как люди, пошедшие или за протестантами, или люди, духовенство и миряне, которые укрепляли католическую церковь, стали вдруг в XVI веке много глубже, чем прежде, осознавать, что мы именно католики, и наш католицизм – это вот то-то, то-то. А протестанты, которые пошли за Лютером, стали думать о том, а что ж такое значит быть протестантом? То есть для них уже не только христианство как таковое, а для них вот тот факт, что одни протестанты, а другие католики, имеют громадное значение. Ну, как и сейчас, например, если вы встретитесь с кем-нибудь там, из евангельских христиан-баптистов, для них очень важно то, что они евангельские христиан-баптисты, они просто христиане и не православные. Да? А для католиков очень важно, что они тоже вот не протестанты. А для греко-католиков Украины и Беларуси очень важно, что они не православные там, и так далее, и так далее. То есть речь идет, о, на мой взгляд, о процессах православной конфессионации. Почему это важно? Это важно потому, что вот есть вопрос, который я считаю нужным поставить, поставил в самом начале. А что такое специфика византийских православных традиций, как она явлена, в частности, в опыте Восточной Европы, по сравнению со спецификой конфессиональных западных традиций? Да? Вот это вот конфессиональная специфика византийско-православного понимания христианства, она выражалась, судя по нашим материалам, в частности, и в том, что здесь иначе, чем на Западе, понимается соотношение между духовенством и мирянами. Ну, и это выражается, в частности, в том, что здесь не было григорианских реформ или чего-то аналогичного. Это один из аспектов, когда мы видим, что самые существенные вещи в христианской культуре понимаются здесь иначе, чем на Западе. Да? И не в том смысле, что это отстало, и не в том смысле, что это присутствие каких-то там языческих традиций, не в том смысле, что это подчинило себе, мол, царская власть потом, а до этого там княжеская власть, церковь. А в том смысле, что сама церковь, сама церковная жизнь понимается здесь не так, как, опять-таки, в латинских традициях, в том смысле, что церковь, это некое, ну, я сейчас, конечно, вторгаюсь не в свою область, некое духодвижимое, значит, такое особое совершенно вот объединение людей, да, в котором и духовенство, и миряне составляют единое целое, в том смысле, что они в каком-то смысле и равны перед Богом в служении и так далее, при том, что у них несколько разные, значит, функции. Ну, я, конечно, сейчас это вот на бегу формулирую, так сказать, надо было бы, конечно, более осторожно это сделать, но я думаю, вы меня поймете, так сказать, и простите в этом отношении. Ну, то есть, тут важно для нас понять, что, и тут я обращаюсь к проблематике исторической памяти, что перед нами должен постоянно, как перед людьми, так сказать, образованными, заинтересованными, иногда преподающими, вот постоянно стоять этот вопрос, а что ж такое быть православным, православным в смысле византийско-христианского наследия, по сравнению с тем, что быть членом вот, или прихожанином католической церкви в средние века. Я тут не могу сейчас, так сказать, не отвлечься, но буквально на одну минуту, я не знаю, может даже Иван на это согласится, я предлагаю, сейчас недавно выступал в историческом музее, нужны какие-то места, где можно встретиться вот тем, кто занимается специальной историей, и тем, кто занимаются историей, как, в общем-то, любитель, да, или знает что-то, как у нас есть такой очень образованный человек, Владимир Владимирович Познер, да, вот он снова, насколько я знаю, в очередной раз где-то вернулся к тому, что он до этого когда-то сказал, я когда-то на это наткнулся в интернете, стал смотреть, он очень симпатичный, уважаемый, замечательный, эрудированный, прекрасный журналист, да, ну, вот он повторяет, видимо, уже не раз, что вот какая, мол, беда для России, в частности, для восточных славян, что когда-то Владимир выбрал вот взять, значит, христианство из Византии вместо того, чтобы взять это с Запада, да. Вот если бы к нам бы пришло, значит, не православное христианство, а западное христианство, то у нас была бы совсем другая жизнь. Ну, конечно, Владимир Владимирович сразу на горизонте видится там Швеция, Северная Германия, там Нидерланды, Роттердам, Амстердам, все такое прекрасное, или в крайнем случае католицизм. Да? Ну, знаете, можно, конечно, вопрос так ставить, да? Но самое главное, что за этим вопросом должен дальше следовать другой вопрос. А что такое воспринять византийско-православные традиции в культуре восточных славян?
По сравнению с культурой западного, христианского, латинского мира. Что такое вот специфика этих христианских традиций? Я сейчас не буду, разумеется, в это входить, потому что это очень важное, огромное по значению. Огромное потому, что мы, как историки, так сказать, должны понимать, должны доносить для наших школьников или студентов, что для средних веков и даже для периода после средневековья, даже вплоть до сегодняшнего дня, вот матрица, из которой вырастают вот эти традиции, наши в частности, да, это действительно матрица религиозная. Да? На Западе, соответственно, западная матрица, у нас, соответственно, византийско-православная матрица. И отсюда вопрос о том, что на самом деле разделяет эти две традиции, невероятно важен. Да? И тогда, когда мы берем это или через призму истории староверов, или через призму того, как Аристотель Фиоравантис строил соборы в Кремле, и вообще, так сказать, какие были проникновения сюда западных традиций, вот, значит, Софья Палеолог и так далее. Или через призму того, как Россия встречалась с протестантизмом в XIX веке. Или через призму того, как Россия, например, ее православная церковь встретилась с мусульманской культурой, например, в XVI-XVII. Все эти вопросы имеют очень прямые корреляты с другим вопросом, который я поставил, в общем, что такое византийско-православная матрица и культурная, и общественная такая, политическая, если хотите, и общественная, по сравнению с западно-христианской матрицей. И, соответственно, можно брать это через вот, опыт православных братств украинско-белорусских земель. И кажется, у нас есть очень много оснований утверждать, что вот тот опыт братств украинско-белорусских или отдельно белорусских, с которым мы сталкиваемся вот в конце XVI века, это есть одновременно ответ на вопрос, как этот фрагмент исторического опыта Восточной Европы показывает нам, что ж такое было одной из сторон в специфике византийских православных традиций по сравнению с западными. Да? Ну и завершая, соответственно, вопросом, который я уже сейчас поставил, на него откликнулся, а какое значение это имеет в нашей исторической памяти? Ну, с одной стороны, то, что я скажу, заключая, банально выглядит, да, в нашей исторической памяти важно понимать, что вот в этой части Европы не западно-христианские традиции, а восточно-христианские традиции повлияли на культуру. А с другой стороны, когда вы начинаете этот вопрос вот по-настоящему глубоко рассматривать, адекватно, берете во внимание всю накопившуюся, так сказать, по возможности всю историографическую традицию, сами источники, оказывается, что это далеко не так просто. Да? Потому что дальше надо объяснить, а что, собственно говоря, значит то, что вот мы в России, в частности, в Украине и Беларуси, живем вне западной, но христианской матрицы. Это христианская культура, христианское религиозно-цивилизационное наследие, но одновременно не западное. Да? Что это значит с точки зрения влияния этой матрицы? Ну, вот немножко, так сказать, вспоминается сразу этот американский фильм «Матрица», да? Ну, это случайно. Да? Вот. Что значит влияние этой матрицы на, значит, наше развитие? И вот это очень важно как сюжет исторической памяти, а не только как сюжет исторических исследований. Спасибо большое за ваше внимание. Я вот уложился ровно где-то в 57 минут или в 56 минут. Спасибо большое. Спасибо за столь яркий рассказ. Михаил Владимирович, ну, пока что интернет молчит. Может быть, наша аудитория задаст свои вопросы, да? Ну да, давайте лучше микрофон. Спасибо огромное за потрясающую лекцию, очень интересно, просто на одном дыхании. У меня два маленьких вопросика. Первый вопросик, если можно, поясните, как технологично эти братства принимали решения? Ведь там же было много людей, эти люди имели разные взгляды. Но они же принимали решения по тем или иным церковным и религиозным вопросам. Был ли там некий лидер, слово которого было последним? Или это было большинство голосов? Потому что, в моем понимании, должен был быть сплошной балаган. По любому вопросу, но они же принимали постоянные решения и как-то их продвигали. Значит, все-таки какая-то воля была. А братство — это не один человек, а много. Это первый момент. А второй момент уже связан с нашей почвой. Почему, по вашему мнению, эта технология вот этих братств не привелась в православной церкви Московского государства? Да. Вот я начну со второго вопроса, мне кажется, особенно важным, потому что он, естественно, это вот одна из тех вещей, когда видно действительно различие между московско-русским опытом и украинско-белорусским опытом. Да? Ну и, конечно, самый такой простой, немножко социологический ответ на этот вопрос состоит в следующем, что поскольку здесь вот политический класс государства, соответственно, вот эта вот иерархия была католическая, да? Ну чаще, значительная часть, по крайней мере, да? Поскольку, соответственно, вот от католического государства проблема патроната по отношению к православной церкви была отодвинута, да? И, соответственно, тут вот получается, есть особая тема, те, кто вот любит, как я, например, Украину, знают, что есть большая такая фигура, да, Константин Иванович Острожский, да?
создатель, соответственно, Острожского центра, давший деньги вместе с Иваном Федором, который свои все деньги выложил для публикации Острожской Библии, вообще очень важная фигура, воевавшая, значит, за развитие православия, против унии потом выступившая и так далее. Да? Но, в общем-то, есть такая большая тема. А как так случилось, что Константин Острожский, светский человек, князь, но очень богатый, богаче короля, да? Он стал рассматриваться здесь как такой лидер русского народа, русского народа. Конечно, слово «лидер» тогда не употреблялось, но вот рассматривался. Вроде были даже когда-то, наверное, что не может ли он в каком-то смысле заменить там польского короля. Там был, правда, другой еще, такой Святополк Четвертинский, который был в лучшем родстве там с Рюриковичем и так далее. Ну, то есть здесь вот нет, соответственно, православной государственности. Да? А кроме того, значит, второе, то, что да, действительно, украинские и белорусские земли по ряду параметров существенно отличаются от развития московских земель. Тоже никто не спорит. А третий параметр очень важный. Если вы возьмете, например, русский север. Я не могу сейчас сказать ничего толкового про центральную Россию и так далее, но про Сибирь, правда, можно тоже вспомнить. Но на русском севере кто на самом деле управляет церковью, ну, приходами? Ну, фактически община. Община и приход там сливаются, да? Как там ставить священников? Фактически община ставит священник, потом посылает, соответственно, к епископу и так далее. То есть, если мы посмотрим, я думаю, внимательно на то, что мы сейчас знаем о том, как взаимодействуют в рамках прихода община мирян и духовенство, то мы увидим многое схожее с украинско-белорусскими землями. А вот теперь возвращаясь, соответственно, к вашему первому вопросу, если можно суть напомнить еще раз. Вот. Суть только, каким да. образом братство принимали решение? Да. Вот вы знаете, я вот признался честно, что я, конечно, весь этот сюжет затронул, так сказать, очень поверхностно, но в своих исследованиях к этому нет. Я вот все мечтаю, что появится книга. Но есть такая книга, опять-таки, Ярослава Дмитриевича Исаевича. Она была сначала классическая книга в 66-м году, опубликованная в Украине, значит, про православные братства, да? Братство на Украине, по-моему, Беларусь там не упоминалось. А потом она превращена была уже в 90-е годы в большую книгу на английском языке, существующую, может быть, она скорее точно она переведена на украинский, я не знаю, есть она по-русски, Voluntary Brotherhood, да, значит, добровольное братство, да, вот именно о братском движении. Я думаю, вот если мы возьмем книгу Ярослава Дмитриевича Исаевича и некоторые старые книги, которые, в частности, вот книгу Крыловского о братствах, книгу Попкова о братствах, так, да, даже давнюю книгу такого Флёрова от братств, то там мы увидим этот механизм, как это, значит, происходило, да. И вот вы говорите, были ли лидеры? То, что вот мне сейчас вспомнилось, когда я слышал ваш вопрос, вот были во Львовском братстве такие два братья Красовские, да, и про них более-менее точно известно. Есть прекрасное исследование нашего коллеги из Львова Мирона Капраля, вот, о том, что такое роль вот этих Красовских внутри этого братства. И там все работало, и я сейчас вспомнил, что еще нужно непременно добавить. В общем-то, очень, так сказать, продемократично, да, вырабатывал, ну, так, если присматриваемся, да, там, ну, есть почти что протокол, да, вот, вырабатывал консенсус, да, да, приходили к общему, но когда вот есть такая сообщество, где явно, что одни, так сказать, авторитетнее, мудрее и влиятельнее других, то за ними идут остальные. Ну, как, я не знаю, в школьном классе есть лидеры, есть, так сказать, те, кто идут за лидером. Или в студенческой группе там, или где-то еще, или в армии, наверное. Я в армии служил один месяц только, поэтому, ну, когда были военные лагеря, в смысле, нас произвели в офицеров, вот, это был один месяц вместо двух, потому что это был год Олимпиады, так было бы два месяца. И дальше, когда я даже однажды попросился служить в армии, меня не взяли, потому что у меня очень экзотическая специальность, спецпропаганда на французском языке. Я защитил диссертацию, и когда я пришел в военкомат, мне сказали, ну вы должны уже быть майором, и у вас слишком такая интересная была бы работа, и так хорошо оплачиваемая, что есть очень много других желающих занять ваше место. Но не в этом дело, как в армии тоже, вот, видимо, вырастает какая-то иерархия, точно так же здесь, да? Но что вот я тут хочу очень существенно, это ваш вопрос, я за него очень благодарен, меня на это навел. Значит, есть исследование замечательное такого Мориса Агюльона, французского историка, который картографически показывает, как, ну, он сам брал юг Франции, как вот этот Люмиди, так сказать, вот юг Франции, да, картографически, хронологически можно проследить, как сначала там возникают, ну, конечно, протестантские общины, а потом контрреформация побеждает все, так сказать, католики торжествуют, и там сохраняются и развиваются целая сеть братств католических, а потом на месте этих католических братств возникают те клубы, которые потом станут, в частности, клубами там или жерандистов, или якобинцев и так далее. То есть это становление, ну, по крайней мере, весь Марис Агюльон, но его исследование, насколько я знаю, не единственное, это как раз вот попытка, как не попытка, а это выявление в исследованиях связи
между тем, что происходило в раннее новое время, то есть в 16-17 веке, а это вырастало тоже из средних, и тем, как развивается, ну, то, что мы называем гражданским обществом в 19 веке во Франции. И, соответственно, вопрос возникает, вот, а вот что значит наличие вот этих мирских объединений в жизни хорошо Украины и Белоруссии, бога ради, и подготовки там гражданского общества. А что это равным образом значит тогда, когда мы переходим на почву Московской Руси и смотрим, как там взаимодействуют миряне и духовенство на приходском уровне, духовенство на региональном уровне. Вот это подготавливает или нет, если хотите, огрубленно говоря, гражданское общество. Конечно, лучше всего тут смотреть было бы на то, что могло бы вырасти из раскола, так сказать, из староверов. Да? Но в данном случае я вот благодарю вам за этот вопрос, вот только вот эту тему обозначаю. Да? И опять-таки она перекликается с тем, что мы сегодня сказали, вот специфика традиции византийской, специфика традиции западных. Вот люди, вроде уважаемые очень мной Владимир Владимирович Познер, видимо, думают о том, что эти традиции, ничего такого хорошего, прогрессивного, модерного, демократического, значит, в этой части Европы не подготовлю. А это вопрос. Это вопрос, да. Опять-таки, если мы возьмем не знавший никогда крепостного права русский север, если мы возьмем вот уральское пространство или Волга, значит, Камское междуречье, если мы возьмем потом Сибирь, которую тоже никогда не знали, если мы возьмем, как там взаимодействуют, соответственно, церковь и сообъединение мирян, ну, как объединение, община, то мы, на самом деле, получим, видимо, очень интересные какие-то результаты, которые вот выводят на ту самую проблему, которую вы поставили. А уж как это работало, вот надо присмотреться, у нас довольно много, насколько я так знаю, следов есть. Ну, то, что мне сейчас последнее вспомнилось, конечно. Есть драматичнейшие эпизоды насчет того, как казаки во времена вот восстания, начавшегося с 1624-25 года, впервые, серьезно, а потом в 30-м году, 37-38, а потом во время восстания, как они и примкнувшие к ним народные массы, как мы говорим, как они вот решают, в частности, церковные вопросы. Как проходит соборы, например, да, когда, так сказать, духовенство, в том числе Петр Могила, дрожит, так сказать, перед лицом на этих казаков, потому что Петру Могилу казаки говорят, если будешь латинничать, то мы тебя отправим в Днепр, значит, осетров кормить, да? Но это, конечно, эксцессы какие-то. Или как должен был Милетий Смотрицкий, мной сегодня упомянутый, топтать наряду вот перед лицом этого собора, в котором участвовали миряне, он должен был топтать свое сочинение о разницах между, значит, восточной и западной церквями, потому что его к этому принуждали казаки, да? То есть я подумал сейчас, что, конечно, вот ваш вопрос, наверное, будет иметь очень интересное такое развитие. Кто-нибудь, может, напишет на это какое-нибудь такое или эссе, или небольшую книгу, да, о том, как именно взаимодействуют, и наверняка сейчас наши украинские коллеги написали, кроме белорусских, вот как именно взаимодействуют миряне и церковь, миряне и протогосударственные институты вот в опыте украинского движения, украинско-белорусского движения середины 17 века. Спасибо большое за ответ. Мне показалось, что параллель со старообрядцами, она здесь во многом действительно уместна, потому что старообрядцы как раз оказались в ситуации без епископов, да, то есть, по сути, действительно все решала община. Даже беспоповцы вообще, даже и без священников оказались в итоге. Ну да, вот, наверное, беспоповцы как раз здесь особенно хороший такой пример был бы, да, но другое дело, что, наверное, это все вот сильно искажается, потому что, ну чего, мы прекрасно знаем, так сказать, чего греха таить, что, начиная с Софьи Алексеевны, так сказать, а потом Петр, потом его прежде, они, ну, угнетали, я не хотел сказать грубое слово, православие, староверов, вплоть до, соответственно, ну, так сказать, что, революции, ну, вплоть до 1905 года, вплоть до революции 5 года, и поэтому в самом общем виде мы, конечно, знаем, что вот староверие, каким бы оно могло быть, да, не могло стать, потому что режим был таков, что ему невозможно было развернуть, так сказать, свой потенциал. Но, наверное, вот я тут лишний раз соглашусь вот с вашим предположением, что здесь очень много, значит, такого, что было бы показательно. Я только еще одну вещь вспомнил. Вот я сегодня не упоминал имени Макса Вебера, хотя оно бы должно было возникнуть тогда, когда речь идет вот о взглядах вроде тех, которые исповедует Владимир Владимирович Познер. Да? Вот. Но, значит, Макс Вебер, как известно, исследовал вопрос о связи между конфессиональными традициями и модернизацией, в том числе капиталистической модернизацией. И вот когда возникает сюда этот вопрос, всегда говорят, ну как же так можно предположить, что Макс Вебер прав, если русские староверы
были едва ли не становым хребтом вот этого рождающегося капитализма русского. Это прекрасный совершенно пример, да? И то, что, ну, это такой макрофакт, да? То, что староверческие династии, купеческие, были действительно такой движущей силой, можно сказать, очень часто вот в модернизации экономики, и не только экономики, в модернизации социальных связей, это, наверное, бесспорно. Это вот перекликается с тем вопросом, который поставил вот сегодня в нашей встрече Иван. Ну да, вот тут и говорят, что вот как протестанты на Западе, да, есть вот целый ряд немецких работ, был сейчас новые работы, видимо, есть, да, которые говорят, ну, знаете, даже есть такое специальное исследование, все равно было Бюса такого немца, которая, значит, была посвящена, эта книга не очень большая, вот анализу именно религиозного этоса староверов, да, и как вот религиозный этос староверов способствовал или не способствовал, значит, развитию капитализма в России, другие работы есть, да, это вот в каком-то смысле как. Но я всегда вот опасаюсь вот этой поспешной параллели, потому что на первый раз нам кажется, особенно если мы берем староверов без поповцев, что это чистые протестанты, да? А когда мы присматриваемся ближе, то оказывается, что, ну, сам вот универсум, так как религиозных представлений, настолько иной, что вот это сближение между ними и протестантами было бы, видимо, слишком поспешным и неправильным. Есть ли еще вопросы у зрителей в зале? Если нет, тогда я свой бы вопрос задал. Михаил Владимирович, а была ли специфика у братств на территории, как мы сказали, Беларуси? То есть вот вы много сказали о Львовском братстве, да? То есть, конечно, тогда это разделять было бы странно в те времена, конечно, никто так не делил, Украина, Беларусь, это современные названия. Но все-таки вот какая-то специфика была ли у более, вы знаете, как бы, северных братств? Я честно скажу, что я не знаю. Дальше я скажу, что я предполагаю, что принципиальных различий не было, да? Если принципиальные различия были, то это были различия между там, вот, двумя центральными братствами, Виленским и Львовским, или Львовским и Виленским, и братствами провинциальными, и, кроме того, видимо, братствами, которые вот, действовали в самый, значит, момент возникновения, конец 80-х, 90-х годов 16 века, и действовали потом. Да? Но, с другой стороны, понимаете, вот то, что можно сказать более-менее наверняка, это тоже факт общепризнанный, что вот почему-то, да, вот такого острого противостояния между унией и православием, какое характерно для украинских земель, приведшее в конце концов или ставшее важнейшим фактором казацких восстаний или казацко-христианских восстаний, вот этого противостояния в Белоруссии не было. Хотя я тоже не уверен, что это вполне справедливо, потому что если мы вспомним печальный опыт Витебского восстания 1623 года или того, как из пушек стреляли по Сафату Кунцевичу перед тем, как он приехал, соответственно, вот в Витебск, да, значит, и тут на украинских, на белорусских территориях отношение к унии было, да, очень враждебно. Но как бы то ни было, вот для последующего периода, это сейчас мы даже, насколько я понимаю, знаем, вот уния почему-то в украинской, в белорусских землях укрепилась, укоренилась лучше, чем она укоренилась, значит, в украинских землях. Да? Может быть, это связано с тем, что Белоруссия на самом деле была более вестернизирована, чем большая часть Украины. Если, я думаю, предположим, сравним вот не Львовскую епархию, не Перемышльские земли, там, не то, что к Люблину простирается, а сравним Волынь, тем более Подолье, сравним Киевское воеводство с, соответственно, Белоруссией, да, то мы обнаружим, что, конечно, Белоруссия подверглась вот этой вестернизации в самом таком нейтральном и хорошем смысле слова больше, чем Украина, да, за исключением там русские воеводства, которые вокруг Галича и Львова, да. Вот, и вообще у нас иногда вот забывают то, что, поскольку мы сегодня про Белоруссию говорим, насколько развита была городская жизнь в Белоруссии в 16 веке. Такие там были многочисленные, как они хорошо работали, какое там было более-менее произвещенное магнатство. Да? Но особенно, конечно, городская жизнь. Да? Вот, и вот тогда, когда мы даже сейчас имеем удовольствие там проехаться по Беларуси, если представляется такая возможность, но мы видим, что страна такая благоустроенная, и не только в этом заслуга Александра Григорьевича Лукашенко, да, но это, видимо, и заслуга каких-то традиций, которые здесь укоренились. Да? То есть вот это отличие между значительной частью Украины или вот этой срединной Украины и Белоруссии, наверное, это факт, и это, может быть, имеет какое-то отношение к тому, как здесь, в Белоруссии, глубже, чем, значит, на Украине, на большей части Украины, в большей части Украины происходила вестернизация. Но это, конечно, такие очень спекулятивные, такие импрессионистические впечатления, не более того. Но роль казачества действительно, по-видимому, очень важный фактор в данном случае. Ну, знаете, вот я тут упомяну, значит, у нас есть такая замечательная исследовательница казачества, Татьяна Геннадьевна Таирова-Яковлева.
из Петербургского университета. И вот тогда, когда мы читаем ее публикации и слышим ее выступление, вот она упоминает, я думаю, наверное, это вот просто важный факт, а не просто случайно, что когда, значит, вот, доходили казаки до белорусских земель, там происходило массовое показачье. Ну, что значит показать? Там крестьяне хотели записываться в казаки. Это не значит, что они хотели там сразу скакать на лошадях и на лошади идти там штурмовать Варшаву там, или куда-то такое. А казачество – это, так сказать, статус свободного крестьянства. Да? То есть я вот не знаю, насколько справедливо было бы утверждение, что вот белорусские, значит, крестьяне были менее, так сказать, ангажированные, менее, значит, разбуженные, менее настроены так позитивно в отношении казаков, чем крестьяне украинских и белорусских земель. Хотя, конечно, казачество – это прежде всего, конечно, феномен украинский. Тут тоже, помните, в свое время была такая книга Алексея Михайловича Станиславского, которая в каком смысле открытием является. Да? Это какую роль казаки играют в России в начале 17 века во времена смут. Мы знаем, конечно, о казаках там донских, мы знаем потом о казаках терских, о казаках, значит, яицких, значит, оренбургских, так сказать, уральских, да. Но мы вот вместе со Станиславским вдруг обнаружим, что казаки в центральных областях России тоже имели большой вес, да. Это еще один какой-то элемент вот в наших очень важных спорах или в нашей исторической памяти, когда мы сравниваем, скажем, Украину и Белоруссию с одной стороны и Россию с другой стороны. Но это особый сюжет, в котором я, конечно, совершенно некомпетентен. Вы сказали, что патриарх Иоаким подписал устав Львовского братства от лица собора патриархов. А какое право он имел так поступить? Ну, вы знаете, вот там с вопроса о том, как в это время вот это все понималось, так сказать, это, понимаете, вопрос такой особый. Да? Вот сейчас есть исследования западные, к сожалению, к счастью, да, целый такой большой международный проект, в котором, в частности, участвует такой наш замечательный франко-румынский коллега Дан Муришан, вот, и не он один, конечно, но я его просто знаю, вот, посвященный тому, что такое патриархат константинопольский, да, и другие патриархаты, ну, вот под турецким, под османским владычеством, да. Вот. И, соответственно, вот этот вопрос, что значит эта терминология, значит, это вопрос, вот, который касается специфики вот, религиозных представлений. И в каком смысле неважно, имел он право так выразиться или не имел, консультировался он с кем-то, не консультировался. Точно так же, в каком смысле неважно, вот как именно осуществлялись консультации перед тем, как было признано в 1593 году специальной грамотой, значит, создание Московского патриархата в 1589 году, а признано в 1593. Мы знаем, что в этом документе вот есть, значит, такая риторическая формула, да, вот собор патриархов, то есть Иоаким от имени патриархов, да, то есть от имени всей православной церкви. Православной византийской, восточного христианской, говорит о том, что вы теперь вот имеете право делать то и то. Да? Ну и, соответственно, за этим, скорее всего, стоят какие-то невероятно интересные такие идеологические, ментальные процессы, которые шли не в голове там нескольких патриархов, а которые шли в голове в сознании вот этого балканско-греческого духовенства, который был невероятно активным и в это время, и позже, вот, ну, так сказать, в вовлечении там России, Украины, в решении всех вопросов. То есть, вот, в принципе, если была бы возможность, конечно, нужно было бы и читать лекции какие-то, и какие-то лекции проводить, видимо, иметь вот какие-то, то, что называется, reference books, которые посвящены тому, а что такое вот это греческо-балканское духовенство в это время. На этот счет у нас есть прекрасные исследования Бориса Николаевича Флори, Веры Георгиевны Щенцовой, в старых работах, так сказать. Но это огромная тема. Вот. И, соответственно, Иоаким – это один из фрагментов этой темы, что такое вот это духовенство православное, которое так или иначе вынашивает, по крайней мере, надежды, если сказать, планы о высвобождении, ну, этой части мира или Европы из-под османского владычества. Спасибо большое. Также возник вопрос, все-таки одно из основных отличий священника от мирянина в наши дни – это наличие духовного образования. По-видимому, в средние века эта проблема была глубже, потому что и многие священники не имели образования. А все-таки вот в данном случае получается, что в братстве могли быть
миряне более образованные, чем священство. Ну, вы знаете, тогда этот вопрос решался много проще, да, вот вообще это большая тема, опять-таки, для историографии, как быть с тем фактом, что, значит, в Московской Руси, по крайней мере, долгое время не было регулярных школ, да, и значит ли это, что люди были безграмотные, в том числе священники безграмотные, да? И тут часто цитируется известное высказывание архиепископа Новгородского Геннадия в конце 15 века, когда он рассказывает о том, как ему как раз новгородские прихожане, как раз вот тот самый, да, случай, прислали священника, поставляйтесь, да, а этот священник, как выражается, значит, Геннадий дает ему как бы такой экзамен, ну давай прочтитесь вот из богослужебных книг, он как еле-еле по там служебнику бредет, он даже читать толком не умеет, да. Вот, ну, мы дальше можем ставить эту тему, так сказать, смотреть литературу о том, как на самом деле священники, а потом монашество, а потом епископы получали образование. Были они безграмотными, в каком числе были безграмотными, не были они безграмотными и так далее. Откуда брались такие люди в высшей степени образованные, кроме начитанные, как, я не знаю, там, митрополиты, там, Макарий, например, там, в 16 веке, времена Ивана Грозного, или там, тот же самый Геннадий в конце 15 века, да? Но школ не было, да? Но дальше, понимаете, то, что вот тоже было бы интересно вот обсуждать в такой широкой аудитории, вот со специалистами, у нас прекрасно. А вот что такое грамотность вот в этой православной культуре восточного? И, конечно, тут ситуация с украинскими и белорусскими землями была много лучше, да? Потому что тут можно было получить образование и мирянину, и будущему священнику, даже, например, пойдя в католическую школу, потом в иезуитский коллегиум. Да? Есть замечательные памятники вот украинской мысли, в частности, завещание такого Василия Загоровского конца 80-х годов, насколько я помню, который говорит, что, пожалуйста, моих детей пошлите в обучение к иезуитам, при этом он очень православный, да? Потому что у иезуитов они научатся как следует грамотно, но потом проследите за тем, чтобы они как следует следили за состоянием иконописи, вот всех храмов, где они будут, значит, потом прихожан. Я сейчас точно не помню, но суть именно, пошлите к иезуитам, так сказать, для него совершенно нет никакой проблемы, потому что они будут учиться грамоте у иезуитов. Да? Соответственно, украинская и белорусская территория в этом отношении совершенно другой мир, чем московская. Если бы в Московской Руси были бы иезуиты, может быть, там было бы не так плохо, так сказать. Но иезуитов здесь нет. Скорее всего, к ним бы никого не пустили. Ну, это надо еще посмотреть. Знаете, это вот тоже вот, когда мы посмотрим на свидетельства о том, как общались, ну, с иезуитами несколько проблем было большие, так сказать, их оттуда, там, они были в Москве, потом их изгнали. Да, но как общались с протестантами, ну, ничего такого катастрофического, неожиданного в том, чтобы, не то чтобы епископа спрашивали, могу я пойти там к протестантам, появившимся в Московской Руси, то, что было общение более-менее регулярное между протестантами и московитами, так сказать, задолго до поездок, значит, Петра I в немецкую слободу, это более-менее факт, да, вот, то есть, такого вот, значит, идея, что вот это все прямо отторгалось, западное, протестантское или католическое, это все-таки во многом такой тоже, ну, широко распространенный стереотип, он частью подтверждается, насколько я знаю, частью не подтверждается, но возвращаясь к тому, что украинские и белорусские земли в этом отношении, конечно, много более европеизированы и вестернизированы, и в том смысле, что сближено с западной культурой, в том смысле, что здесь доступно это книжное, школьное, регулярное образование, в том числе вот те, значит, православные школы, которые возникают, они во многом возникают под влиянием, следуют примеру, соответственно, там, школ или католических, или протестантских. Это факт, конечно. В этом отношении украинские и белорусские земли сильно отличны от московских. Спасибо большое, Михаил Вадимович. Я так понимаю... Да, да, конечно. Я просто не могу не спросить, у вас очень красивая заставка к вашей лекции, заставка, вот да, если нам ее вернут на экран, было бы очень здорово. А если вы знаете этих людей, если это конкретные люди, а не просто какое-то красивое изображение, очень бы хотелось услышать, они и несколько слов о них. На заставке я знаю только одного человека, самого себя, так сказать, да? Все остальные вам неизвестны, да? Я не знаю, откуда это взято, да, но я почему-то предполагаю, что... Это я случайно подготовил такое. Я не исключаю, что это как раз вот, видимо, Петр Могила имеется в виду, да? А может быть, рядом с ним, я не знаю, кто это может быть рядом с ним, так сказать. Но это потом видно современная живопись какая-то. Да, это некое символическое изображение братства, ну, без какой-то привязки. Братство, да, ну да, да, может быть. Ну да, ну, но я бы сказал не братство, именно, вот, так сказать, это вот, я думаю, я бы так воспринимал бы это как вот современную иллюстрацию. Не, я думаю, что это иллюстрация вот к теме, так сказать, вот украинского восстания и единства, значит, православного духовенства вместе с... Ну, там казаки кто-то, да? Да, кто-то, да, видимо, может быть, семинаристы имеется в виду, да?
Вот. Ну, то, что мне это больше всего напоминает, есть такая известная очень картина, вернее, икона, которая была очень почитаемой в казацкой среде, значит, про икону Покрова Богоматери. Над тем есть прекрасное исследование нашего коллеги Сергея Николаевича Плохия, который сейчас, значит, работает профессором в Гарвардском университете, давно уже. Вот, прекрасный вот этот вот анализ этой иконы Покрова, которая показывает, ну, сама икона изображает, как казацкие полковники, по-моему, там и Хмельницкий есть, насколько я помню, да, они вот под Покровом Богоматери вот находят такой схрон такой, да. И я даже думаю, что вот эта картина какого-то современного художника может быть навеяна какими-то такими же образами. Но вот, я ее поставил... Кто это молодой человек, я уже совсем не знаю. Я ее поставил на заставку, потому что это была самая... Красивые из тех картинок, которые я нашел по словам братства. Да, остальные да, были да, какие-то такие, да, либо да, слишком да, современные. Нет, не нашел, да. Ну, это современный художник. Просто было написано, да, церковное братство. Мне вот даже кажется, это из какой-нибудь книжки, видимо, взято, может быть, даже книжки детской. Недаром там мальчик быть, появился. Да. Там даже, по-моему, была подпись про хор братства. То есть, может быть, это именно про церковное пение была иллюстрация. Да, да, да. Я очень от всего сердца благодарю Михаила Вадимовича за прекрасный рассказ, очень интересную лекцию и беседу. Спасибо вам большое за внимание, за прекрасные вопросы. Мне кажется, очень живая получилась у нас сегодня встреча. Да, было очень интересно. Спасибо большое. И хочу немножко анонсировать то, что у нас завтра будет встреча, посвященная Ефросинии Полоцкой. Вот, там будут у нас из разных мест вещать по Зуму разные специалисты из Беларуси, из России, которые будут нам рассказывать о Ефросинии Полоцкой и ее влиянии на культуру Беларуси, на историю, как скажем так, белорусских земель. Да? Тогда они еще так не назывались, конечно, но в наши дни мы это именуем именно так. Вот, так что, если есть желание, приходите, будет трансляция также в интернете. Ну и, в принципе, дни белорусской культуры у нас еще продолжаются, так что много всего интересного в нашем центре в этой связи проходит. Спасибо вам огромное, Михаил Владимирович. Спасибо вам. Да, спасибо. Спасибо всем за внимание. До новых встреч.